Говядина по-китайски. Прекрасный способ приготовить говядину. Апельсиновый сок придает свежий вкус и аромат блюду. Говядина по-китайски готовится на сильном огне и маленьком количестве масла. Говядина по-китайски готовится быстро в хорошо разогретом масле. Это основной прием китайской кухни. Быстро обжаривать продукты на сильном огне, постоянно помешивая. Говядина по-китайски, вымоченная в маринаде, получается мягкой и пикантной. Кунжутное масло можете заменить растительным, но тогда потеряете вкусовой букет. Говядину по-китайски подавайте с рисом. Успехов и приятного аппетита! Список ингредиентов в конце видео. Снять цедру с апельсина. Сок выжать. Натереть имбирь. Приготовить маринад. Смешать цедру апельсина, соевый соус, кунжутное масло, имбирь, чеснок растертый, сахар. Вкусняшки, подписавшимся. Мясо нарезать тонкими полосками. Мясо замариновать и поставить в холодильник на 30 минут. Подготовить овощи. Нарезать перец, морковь, лук, горошек. Лук обжарить на сковороде. Мясо обжарить 2-3 минуты на сильном огне, чтоб не стек сок. В мясо долить оставшийся маринад. Добавить овощи и жарить на сильном огне 3 минуты. Говядина станет мягкой, а соус начнет густеть, довести до готовности. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Говядина 800 грамм. Растительное масло 2 столовые ложки. Лук 1 штука. Горох зеленый 1,5 стакана. Морковь 1 штука. Перец 1 штука. Апельсин 1 штука. Маринад. Кунжутное масло 2 чайных ложки. Маринад. Имбирь 2 чайных ложки. Маринад. Чеснок 3 чайных ложки. Маринад. Сахар 2 столовые ложки. Маринад. Соевый соус 4 столовые ложки. Маринад. Количество порций 4-6. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Заходите на канал снова, котятки.